Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Як чекається, у гэтым місяці регіони Гомельської області презентують свої проєкти у рамках програми «Усходнє партнерство». Увогалі, у апошній час наш регіон приймає активний удзел у реалізації проєктів при підтримці міжнародних структур. У чим після наведування Рагачовського району я ще раз переконався Олег Сенцюров. Удел у проектах, которые финансуются за кошт Евросоюза и Организации Объединенных Наций для Рогачевского района одночасово и возможность реализации местных инициатив и притягивания инвестиций, только летом тут отримали около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Значную часть этих средств накировали на набытие обсталевания и костюмов для творческих коллективов. Увогуле, такое сотрудничество на Рогачевщине протягивается не первый год, причем вельми поспяхово. У рамках проекта «Свет информации, культуры и творчества для всех», например, при Зборовском сельском Доме культуры створили один в Беларуси экологичный музей тайных гаючих рослин, об яких Антонина Воронцова, загадчик СДК и одночасово неофициальный директор музея, до речи медик по профессии, ведая, сдается, усе. Вы пришли к растению с чем? С добром, потому что оно чувствует человека. И если ты пришел с добром, и ты к нему обращаешься, и берешь его, и срываешь, оно во сто раз отдаст тебе добро приумноженное. Об лековых растениях у музея могут рассказывать годинами, и как сбирать, и как нарыхтовывать, и в каких выпадках уживать. Хоть только этом не обмежевались и продумали концепцию экомузея до дробезев. У речи потенциального туриста необходимо затекавить еще и нечем незвычайным. По великим рахунку подаровать веру у цуд. Это нехай и не соправдное, а все же таки папороть кветка. А тому необходимо загадать ожидание и зарабить крок наперед. Усе, теперь обовязково сбудется. И для этого нема необходимости чекать Купальскую ночь. У плане реализации инициатив населения Рогачевский район на Гомельщине сирот самых активных. Только одной вёсцы Лучин при финансовой поддержке международных структур ожитявили одразу 4 проекты. Начиная от организации фестиваля «Грай гармоник» до выдания сборника истории вёски и местовых жихарах. Сирот проектов, реализация яких зараз начинается у рамках новой программы развития Организации Объединенных Наций, укоренение сродков супротипожарной безопасности у Рогачевском лесгасе и научание населения способом коллективной и индивидуальной обороны местными выратовальниками. Международные программы и идут навстречу вот таким инициативам для того, чтобы дополнительными своими средствами помочь людям решить какие-то проблемы для них жизненно важные в любых сферах. Олег Сенцюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. Напередодні Дня міліції гостем програми «Задай питання уладі» на хвалях радіо «Гомель Плюс» став намісник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облканкама Андрій Серафімович. Сьогодні у прямому ефірі він розповів об прийомній кампанії у вищій навчальній установі системи Міністерства внутрішніх справ, яка хутко стартує. Поводле його слов, потребування до кандидата у міліціонери постійно повишаються. До поступлення варто рихтуватися вже зараз. Прийомні комісії почнуть працю у красовіку. До речі, у ліку абітурієнтів у останні роки становиться усе більше представниць пригожої полови чоловіцтва. Уже сьогодні кожен десятий супрацовник міліції Гомельщини – це менавіта дзяўчина. Разом з тим, у ради міліціонерів сьогодні приймають і без вищої едукації. Такі, як правило, поповняють сержантський состав. При цьому у далейшим вони мають можливість отримати юридичну едукацію у системі Міністерства внутрішніх справ безплатно і у далейшим розлічувати на кар'єрний рост. Ми ждем молодых, энергичных, уверенных в себе молодых, значит, граждан, которые хотели бы стать сотрудниками внутренних дел. Нам в нынешней ситуации очень необходимы профессионалы, которые, ну, в первую очередь, наверное, юристы, где-то педагоги, которые, в общем-то, уже имеют базис юридического образования, на этом базисе строят свою дальнейшую карьеру и, соответствующим образом, находят себя в наших рядах. Не застанься абияковым, закликают супрацовники ДАИ и активисты Гомельского отделения Белорусского товариства Червоного Крыжа. Сегодня под таким лозунгом яны провели одноименную профилактичную акцию для водителей, якая накирована на повышение узроню их ведов по оказанию первой медицинской допомоги. Штогод у Гомельской области отбываются дорожно-транспортные здарения, у яких гинут люди. Анализ поводина у водителя у таких ситуациях показывает, что колькость ахвяров можно было бы скоротить,
Коли б некоторые водители не покидали место ДТЗ, або своечасово оказывали потерпелым перед медицинскую допомогу. Миновито на этом аспекте изробили акцент организаторы акции «Не застанься обыяковым». Инспекторы ДАИ выборочно спыняли транспортные сродки, проводили с водителями размову об необходимости нести отказность у дорожных ситуациях, а представники Белорусского товариства «Червоного крыжа» звертали увагу на то, как правильно вызначить стан потерпелого и зробить ему непрямый массаж сердца. Хочется сказать, что, конечно, да, народ знает, как оказывать первую помощь, но наша цель – научить правильно, что оказывать первую помощь, чтобы не навредить пострадавшему, потому что знаний очень мало, нужны еще и практические навыки. Главное в такой ситуации, если случилось транспортное происшествие, это не терять голову, не поддаваться страху, а думать трезво и расчетливо. Уникальная творчая подея отбылася у Гомелі. Представники шведской организации провели мини-курс по музыке и танцах для гомельских детей и молоди с обмежеванными махчимостями. Выник трехдневного тренингу – незвычайно для нашего города спектакль. У рамках белорусско-шведского проекта «Софит» подобные инклюзивные творчие мастер-классы проходят у Беларуси уже другий год. Накированы они на подтримку и умоцевание махчимости людей с инвалидностью при допомозе мастацких сродков. Подчас таких мастер-классов музыканты и хореографы шведской культурной организации «Share Music Sweden» разом с белорусами распрацовывают концепцию твору и разом реализуют ее. У працы выкористовываются инновационные музычные инструменты и компьютерные приложения, дякуючи чему удельничать могут усе без выключения. Последние годы мы работаем над проектом «Софит» вместе с нашими партнерами из Белорусского государственного педагогического университета и организации «Белабдими». Это на самом деле потрясающий проект. Не было никакой зажатости, не было излишней скромности, много было энергии, творчества. Все получили удовольствие от процесса, было действительно здорово. Основная умова у театральной постановки повинны удельничать не только дети и молодые люди с особливостями развития. Наравне с ними у спектакле задействованы профессиональные музыканты, артисты, режиссеры, а так само сотрудники территориальных центров и областного коррекционного центра. Были задействованы родители, которые воспитывают деток с особенностями развития, и музыканты профессиональные. И все вместе проявляли себя с творческой стороны. Причем самое важное, пожалуй, что акцент делался не на особенностях, которые есть у ребят с ограниченными возможностями, а на их уникальном творческом потенциале. У такой приязной и доброзычливой атмосферы акцент с диагнозу и перешкод переносится на махшимости и уникальные здольности кожного. Бо головная мета проекта – выявить потенциал людей незалежно от их махшимости и допомогчи кожному знайти свой уластный способ творчего самовыявления. Нам по-настоящему понравилось здесь работать. Мы получили невероятный опыт. Люди здесь очень открытые и творческие. Видно, люди здесь заинтересованы в том, чтобы что-то делать вместе. Им это очень нравится. Они получают от этого удовольствие. И это же самое главное. Вера Котляра, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі завершился третий открытый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». Удзелу им приняли 17 команд школьников-знаўцаў с Беларуси и России. Яны демонстрировали свои веды у пытаниях христианской истории и культуры. Наши корреспонденты с подробязностями. Кульминационная частка международного турниру по интеллектуальных гульнях «Фавор» развернулась у студии телевизийной гульни «Эрудит пятерка» телерадиокомпании «Гомель». Она трималась горячей. Подчас запису подлетки с легкостью ориентовались у пытания христианской истории и культуры. Ключевая тема задания у ведущего тычилась життя и деятельности проподобной Ефросини Полоцкой, сподорожная, новины православной церкви, азбука веры. После финального задания «Великий экран» перемогу у телегульни Леонида Климовича отримал команда из России. Спрашивалось о покровителе русской футбольной команды, хотя его не существует. Команды сидели, гадали, пытались угадать, но оказалось, что никто не ответил. Мы на конкурсе впервые принимаем участие. Много лет мы ездили на конкурс в Крым «Зерно истины». Подобный конкурс знатоков, посвященный православной культуре. Нам очень понравилось у вас. Мы были приятно удивлены организацией конкурса.
У целом міжнародны турнір па інтэлектуальных гульнях «Фавор» накіраваны на садзейнічанне духоўнаму, маральнаму і інтэлектуальнаму развіццю моладзі, пашырэнню і ўмацаванню ведаў школьнікаў у галіне хрысціянскай культуры. Яго арганізатары ўпэўнены, важна прывіваць навыкі працы ў калектыве метадамі інтэлектуальна-гульнявой дзейнасці. Сёлета ўдзел у спаборніцтвах прынялі 17 каманд школьнікаў-знаўцаў з Беларусі і Расіі. Па выніках міжнароднага турніру «Фавор» былі вызначаны пераможцы. На першай прыступкі п'едэстала апынулася каманда з Брэста, другими стали гамельчане, на третьем месяце разместился Пинск. Пераможцы атрымали каштоўныя подарунки, а все без выключения корыстные веды, яскравые эмоции и уражения, так само выдатную магчимость завести новых сябров. Мы вот показываем, что мы в православии едины, что наша православная церковь – это церковь любви и созидания. И поэтому присутствие из других государств детей сегодня нам дает уверенность в том, что будущее в нас есть, будущее в нашей дружбе, взаимоотношениях добрых, будущее, чтобы мы строили светлое, хорошее и доброе. Вероника Ворошилина, Юлия Брасовец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина протягивается культурно-осветницкий проект «Год культуры у библиотеки». Дякуючи яму на протягу 2016-го молодые гомельчане смогут встретиться с многими ведомыми людьми мастерства и сами попробуют себе у творчести. Удельниками проекта стали 25 студентов. Отправной кропкой была их встреча с мастерствознавцем, наместником директора библиотечной установы Олегом Ананьевым. Эстафету подхопил заслуженный деятель мастерства у Республики Беларусь Роберт Ландарский. Гомельский живописец расповел молодым людям про свой житевый и творческий шлях. Юные суразмовцы отримали парады от мастака, смогли увидеть эскизы и готовые оригиналы его работ. Прежде всего, это молодежь, и я хотел, чтобы они как-то больше внимания уделяли даже искусству, вот, в частности, как рисунок, как живопись, чтобы интересовались побольше. Вот. По сути дела, это бы вот, сказалось на их культуре, на дальнейшем. Вот им это, я думаю, в жизни пригодилось бы. Увогуле у программе проекта запланованы встречи не только с ведомыми мастаками, але и с режиссерами, актерами, скульпторами и иншими деячами мастацтва. А кроме того, у молодых людей з'явится магчимость бесплатно наведать шэраг концертов, выстав и спектаклей. Выники проекта подведе экспозиция творчести «Арт Микс», на якой молодые люди представят свои дебютные творы. У областным центре отбылася встреча студентской молоди с головным дирижером Гомельского симфонического оркестра Мурадом Асуилом. Мероприемство было организовано в рамках проекта «Культурные люди», который был запущен сёлета в городе над Сожем. Музыка бадай один из самых цікавых и запатрабованных накірунков культуры у сучасной молоди. Менавіта тому на мероприемство пришла вялізная колькасць жадаючых. У зале нават не засталося свободных месцаў. Встреча с молодью велася у формате открытого диалога. Подчас яе главный дирижер Гомельского симфонического оркестра Мурад Асуил отказал на все пытанні присутных молодых людей. И он так само поделился с ребятами, поспехами и творчими планами своего музычного коллектива. У целом проект «Культурные люди» у Гомелі был запущен совместно с Центральной городской библиотекой имя Герцена и городской организацией БРСМ. И он накіраваны на то, как про подобные цікавые встречи с выбитными деячами мастацтва культурно узбагачать внутренний свет молоді. Основная цель этого проекта – познакомить людей с представителями, с яркими представителями различных сфер жизни и культуры Гомеля, и не только Гомеля. Мы планируем приглашать на подобные встречи также и гостей из-за рубежа, которые будут приезжать с гастролями, и будет проходить не менее одной встречи в месяц. У Гомельском областном центре Олимпийского резерва по теннису отбылся открытый турнир «Кубок Полесья». Удел у спаборництвах примали юнаки и девчаты во взросле до 12 годов. Гэты традиционный турнир мае довольно высокую четвертую национальную категорию. А это значит, что при поспяховым выступлении спортсмен может пополнить очками свою рейтинговую скарбонку. Кубок Полесья – важная частка довольно насыщенного спаборницкого календара центра Олимпийского резерва. В течение года проводится запланировано 19 турниров разных возрастных групп по разным возрастным группам. Каждый год Кубок Полесья собирает юных теннисистов не только с Гомеля, але и из других городов Беларуси. На этот раз приехали гости с Бобруйска, Могилева и Минска.
Тон задавали мясцовые теннисисты. У девчат первое место заняла Дарья Хамутянская. Яна была фавориткой. У национальном рейтингу Дарья на четвертом радку. У соковику она планует принять удел у престижном международном турнире «Ладога Кап», який пройдет у Ленинградской области. У споборництвах юнаков гамельчане заняли увесь пьедестал. Мацнейшим стал Алексей Хамротов. На другим месте Миколай Баньков, на третьем Марк Мюллер. І на гэтым пакуль усё. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго добрага і да новых сустрэч у ефіры.